Сьогодні він грає джаст, а завтра родину продаст, відійшла у минуле. Спочатку на численних партійних зборах обговорювали, яким же має бути радянський джаз. А згодом, так і не вирішивши, дозволили музикантам просто грати. Втім, джаз так і не увійшов до числа улюблених жанрів влади і вважався складним для розуміння широких верств. Радянських джазменів спонукали до пошуків народного коріння джазу. Щоб слухати джаз складний, треба працювати разом з музикантом. А працювати не всім і не завжди хочеться. Раз, два. Чтобы слушать джаз легкий, сделанный в свое время для увеселения, то надо сказать, что, к сожалению, тогда не было электричества. А если оно и было, то не за тем, чтобы на нем играть музыку для танцев. Значит, раз так, сегодня нам в этих звуках не хватает всего, что могут дать полупроводники. Не хватает громкости, не хватает электрической химии. Это слишком первородный звук. Для нас здесь нет никакого фокуса. Джаз захопив Ізмайлова, і по закінченні служби він повернувся додому із гарячими намірами зробити кар'єру музиканта. Та самого лише бажання було замало, а досвід набувався не так швидко. Іграв на бас-гітарі, потім год я поіграв, потім меня перетянули в другой оркестр, уже такой оркестр, который играл вообще профессионально. Это мы так собрались вместе. Хорошие музыканты, но опыта не было. А туда уже такие битые волки там играют. Я туда попал, я просто остался не у дел. Они так играли, причем они играли размеры такие. Там, если популярно было 7 восьмых, там в то время 9 восьмых, так они играли уже 11 восьмых, 13 восьмых, 5 16-х, всякие вот, которые я не мог никак поймать. Казалось бы, на бас-гитаре эти доли не мог поймать. Они так играли, и мы его тогда, ансамбль назывался «Пшеничный». Я где-то в начале, да, в конце вот 70-х, я практически игнорировал фольклорную музыку. Очень скептически относился к этому. Потому что мне казалось, что вот у нас был там рок, там, джаз-рок, там, вот это было наше, так сказать, это было. А вот народные музыканты, ну, как-то игнорировали, потому что, наверное, не догоняли просто. Просто еще у нас извилины не были такие в ушах достаточно, чтобы понять эту всю тему. Вот человек вот берет, достает вот так флейту из бумаги, разворачивает из газеты, там, «Ферганская правда», и начинает такое вытворять, и он сам не знает, что он вытворяет просто. Понимаете? Для него это обычная работа. Я понял, что это фольклор, это там играть надо тоже жизнь посвятить. Читание музыки с джазовой, с народной традицией, это довольно не узкое популярное, потому что это будет сказано неправильно. Это настоящая и довольно искренняя музыка, и этнос-джаз, опять-таки я повторяюсь. Значит, сегодня во всем мире и фестивали, и НВР выступает на фестивалях народной музыки, джазовой музыки, этнической музыки и так далее. И мне кажется, что это очень хорошо, потому что музыка не имеет границ. Фольклорную музыку НВР здебільшого грав на весіллях. Таким чином заробляв гроші, щоб прогодувати свою родину. Тоді він вже одружився із Мевіде, сусідською дівчиною. В його сім'ї з'явилися дві донечки – Лініє та Гюльміра. Але за домашніми клопотами Енвер не забував головного – самовдосконалюватися як музикант. Будучи солістом групи «Сато», він їздив із гастролями по всьому Союзу, брав участь у джазових фестивалях. Він експериментував, наближаючись до головного свого винаходу – унікальної манери гри на гітарі, яку згодом теоретики джазу називатимуть «тепінгом». Да, я, в принципе, я там уже начал играть вот такой техникой уже потихонечку. Но я играл в ансамбле «Сато», Леонид Атабеков, кстати, был руководитель. Американцы говорят «тэппинг». Ну, поехали. Тэппинг – это печатать, да, слово «тейп». Ну, у нас как, я даже не знаю, как это называть. Тэппинг – это не по-русски у нас все равно. Печатать – это тоже не то дело, как бы.
Я так назвал, техника чабана. Почему, говорит, чабана? Я говорю, вот я, говорю, пастух, а это барашки, говорю. Вот надо смотреть, чтобы они не разбегались. Вовремя в нужном месте будет. Энвер обнял гриф гитары, как какую-то куклу, как миниатюрную, я не знаю, любимую женщину, и стал как-то ее ласкать. Он играл на гитаре, как на арфе, с такой же техникой, как бы обнимая, пропуская руки с двух сторон. И потом я понял, что это абсолютно уникальная техника. Уместно сравнение только в стиле техники, только в смысле техники. Стэлли Джордан, как на мой взгляд, это очень, очень субъективное мнение. Стэлли Джордан играл джаз, это была именно коммерция. То есть он играл, прием у него был, который играет Энвер, чисто джаз, чисто шоу-момент. Энвер играет совершенно естественно. Он никогда не учился, он изобрел сам свой стиль игры на гитаре, потому что ему играть так просто удобно. Вот и все. Технику, которую до него не использовал никто, хотя получилось так, что музыкант, который начал играть в этой технике, я говорю о Стэнли Джордане, об американском гитаристе, он начал это в 85-м делать, Энвер это начал в 79-м. Виконуючи джазові імпровізації у своїй унікальній новаторській манері, Енвер почав їздити світом, знайомитись із всесвітньо відомими зірками джазу і підкоряти серця меломанів. В его паспорте, вот когда мы с ним были в Швейцарии, вот, он просил, значит, таможенника, чтобы он где-то сбоку поставил шаг, потому что мест нет. То есть этот человек объездил практически весь мир, и мне кажется, что как гитарист, не знаю, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что это, возможно, самый сильный гитарист в мире. Даже когда не было концертов, и мы находились с ним в гостинице, был свободный день, вот мы могли приехать из одного города в другой, заходили в гостиничный номер, Энвер раздевался, шел в душевую, и оттуда выходил уже, простите за нескромность, в трусах и с гитарой в руках. И был страшно смешной момент, когда нас пригласили вдвоем в Америку, но мне визы не дали, ему дали, он поехал один. И он там выступал, нашли татары крымские, его повезли его в Нью-Йорк, и потом дали ему обратный билет, его там затормозили, и он там остался. Но Энвер, как человек, вот мне очень понравилось то, что он сказал: «Вова, если ты не поедешь, не поеду я тоже. Я не хочу ехать без тебя». И сказал, что если ты не поедешь, значит, это значит, что я не поеду. Ты должен сесть и поехать. Это значит, что мы поедем вдвоем. И он это понял, оценил и поехал. И когда он вернулся, я был страшно рад, потому что если бы это было не он, скорее всего, что мне бы не очень это понравилось. Мужская дружба, знаете, настоящее мужское начало у человека, это очень важно для меня, потому что довольно забытая вот эта вот история. Мужские отношения хорошие, настоящие, которые, в принципе, должны быть нормальными, но и уже их почти не осталось, к сожалению. Я почему-то запомнил Финляндию, то есть каждый поход в музыкальный магазин превращался в концерт. То есть человек моментально теряет контроль над собой, у него полуоткрывается рот, он начинает перепробовать все инструменты, люди, которые ходят в магазине, через 5 часов уже превращаются в его слушателей. Затем выходит хозяин магазина, начинает предлагать инструменты, делает немыслимые скидки. А потом вечером все посетители этого магазина уже в полном составе на его концерте в клубе или на концертной площадке. Виступи Ізмайлова за кордоном вражали найтонших цінителів. Віртуоза радо приймали в усьому світі, крім батьківщини – Криму, звідки у 44-му році було відселено і його родину. Тот фактор, що ми все-таки кримські татари були, і був такий момент, що ми якби не виїзні були. Нас же практично і в Криму-то не прописували. Ми же вважалися персоною нон-гранта в Криму.
до перестройки, до того момента, когда началась вот эта демонстрация вот, перестроечная на Красной площади, когда 3 дня татары бастовали, и их объявили потом в сообщении так, что мы все предатели, убивали всех национальностей, перечислили, которых мы там уничтожали, сжигали в печах, каких не знаем где. Ну, в общем, оскорбили, в общем-то, до глубины души многих, потому что сказать, что у нас не было предателей, конечно, это сказать неправду, но это были они везде, в любой национальности. Я смешивать один народ в одну кучу, это, в принципе, было очень такое, как в боксерском ринге, говорят, удар ниже пояса, понимаете? Запрещенный прием называется. Депортация 44-го року стала трагедією. Тоді, згідно з постановою ЦК ВКПБ, почалося знищення всього, що нагадувало про кримських татар, їхньої історії, культури, побуту, традиції. З могильних плит татарських кладовищ будували огорожі, свинарники та сараї. Колишні оселі кримських татар займали переселенці з Росії та України. Енвер знайшов місце, де раніше жили його батьки, але це вже не був отчий дім. Оселитися на етнічній батьківщині він зміг аж після того, як 1989 року Верховна Рада СРСР визнала депортацію кримських татар незаконною. Це, ви знаєте, як джина 50 років тримали в бутилці, а потім в один прекрасний момент ця бутилка, пробка вилетіла, і от все, що там накопилось, це все виплескується. То ж саме от, і кримські татари. 50 лет депортации, и когда вот мы приехали на свою родину, вот, и все, что мы не имели возможности 50 лет показать, то есть у нас появилась вот такая возможность вот за эти последние годы. Мы все время вот работаем на сопротивление. Чем больше на нас давишь, тем больше мы хотим жить, тем больше мы хотим доказать, что мы можем показать свое искусство, показать свой язык, свою культуру, доказать, что крымско-татарский народ – это не только народ, который может там торговать на базаре картошкой или помидорами, есть такая ассоциация, или это, если почитать историю, что это народ, который только враждовал, приносил зло. Слава Богу, мы пережили это все. Конечно, ценой многих жизней, потому что старики, которые воевали, там, честно, они... Просто от такого шока мы просто умерли, даже элементарно потеряли здоровье и вообще и жизни даже многие. Потому что ну, это же морально так убить человека ничего не стоит. Если человек еще такой патриот в душе и чистый, без всяких, как сказать, занос в душе. Вот. А я приехал, сказал, да, это мое. А это не потому, что вот я приехал вот, и сказал, да, это не, а это потому, что это мне впитывалось рассказами бабушки, там, отца, там, матери, дядек, там, людей взрослых, даже посторонних из моего соотечественников, которые мне рассказывали всякие случаи, истории. Это все я впитывал своими, и я, у меня перед глазами проходила вот эта картина, которую я бы мог бы тоже ощутить, будучи там, в их время. Поэтому я уже как бы приехал, и мне все это не показалось новым, понимаете? Но единственное, что мне показалось немножко то, чего я не ожидал, это действительно там намного холоднее, чем в Узбекистане. 1990 року до Криму почали повертатися тисячі татарських родин. Місцева влада неохоче виділяла їм землі, і вони селилися стихійно. Більшість цих поселень і досі вважаються незаконними. Енвер для себе цю проблему вирішив. Він хотів повернутися чесно і хотів бути бажаним на своїй батьківщині. Але чиновники бачили в ньому лише чергового переселенця із купою проблем, а не всесвітньо відомого музиканта. Случилось то, що должно було случиться. Я волі случаю остався, приїхав в колхоз «Завет Ленинський» там. Хоча я 3 рази приїжджав, два рази приїжджав я в Крим, пытался устроиться на роботу, показував пластинки, показував, що я граю. Що... Ну, люди смотрели, що поражаюсь, ну, як стоило паспорт показати. Начинались проблемы. Ну, было такое указание, я не знаю, что. Ну, не хотели, в общем-то, элементарно брать на работу.